Якутские масс-рестлеры на Кубке мира завоевали 11 золотых медалей из 12 возможных. Первый этап Кубка прошел в Алмате. На помост вышли спортсмены из 12 стран мира. Большую делегацию представили Кыргызстан, Казахстан, Чехия, Польша, Украина, Германия. Сегодня на пресс-конференции якутские спортсмены поделились, что зарубежные страны определенно прибавили в мастерстве и технике, и так называемых проходных матчей не было. Кроме того, во время соревнований для желающих провели семинар. Прошел в это же время и международный турнир по масс-рестлингу среди юношей и юниоров. Ну а второй этап Кубка мира пройдет в Праге в сентябре. Ну, масс-рестлинг сейчас широко шагает большими шагами по всему миру, хочу сказать. Это видно по спортсменам, насколько они прогрессируют. У них свои базы открываются. Сильная соперница была, конечно, из Якутии, Наталья Черноградская. Сейчас, я считаю, для меня она соперница, но я буду стараться делать так, чтобы в будущем соперниц таких сильных не было.